снижение примерно через 15 минут совершает посадку в Санкт-Петербурге, аэропорт Пулково, терминал 1. Схема аэропорта размещена в журнале «Фотвалд». Погода в Санкт-Петербурге пасмурная, температура плюс 17 градусов по Цельсию. При прекращаем обслуживание, начинаем подготовку посадки. Возьмем отсоединять свое кресло. Видится, что ручная кладь размещена на багажной полке или на сиденье кресла перед вами. Достигнуть уровень безопасности. Перевести скрипкрасы в вертикальное положение, убрать откидной столик, открыть шторку иллюминатора. Все электронные устройства должны быть включены до момента полной установки самолета. На время посадки мы включаем основное освещение, вы можете воспользоваться лампочкой индивидуального освещения. Благодарю внимание.
Рада пропаговать Санкт-Петербург. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Пулково, терминал 1. Местное время 21 час 45 минут. Погода в Санкт-Петербурге. Пасмурная, температура плюс 17 градусов по Цельсию. Интересно, вашей безопасности, просим вас оставаться на своих местах, запишите мутким ремнями до выключения табло, застегните ремни. Пожалуйста, для выхода из самолета не забывайте свои личные вещи и документы. Обратите за собой внимание на карманы кресел. Еще раз приносим вам свои извинения за задержку вылета и причиненные неудобства. Надеемся, что сегодняшний парад доставит вам удовольствие. Будем рады на встрече с вами. До свидания. Once again, we apologize for the delay of departure on 20 Chinese coast. We hope that you enjoyed the flight and look forward to seeing you again. Thank you. Goodbye. Я из дома там попробую его насколько.